Покажу короткое видео. Грузовичок Suzuki Carry Supercharger IT89 5-speed. Extra low Supercharger. Как по автобану едет очень. In 10 miles, take exit 182 to merge onto State Route 525 north towards State Route 99. Yeah, runs perfect. 550cc engine, supercharger. До 91 года, по-моему, вот этот сигнал ставили спид-аларм. Что еще есть? Понижайка, хай-ло, rear axle, slip limited differential. Какой-то шумок на небольшой скорости есть, но сейчас вроде не чувствуется. Может, подшипник колеса, не знаю. Может, это... Блин, вообще прет, блин, сейчас попробую давануть. Тут, правда, спуск. Да, ну, 120 не буду его разгонять. А, 65, no problem. Ocean Grade 4, оценка 4, аукционная. Погода у нас вообще холодно, пасмурно, сыро. Сентябрь не очень веселый. А, что еще? Передач, одна понижайка есть, а нет, у нее не понижайка, у нее есть понижайка специальная передача, а есть у нее сзади передний привод, да, рычаг и экстра вал. Суперчарджер 550 кубов, сзади рессоры, мост неразрезной. Боевая машина пехоты. Давайте пока. Не чихайте, не болейте. Мы уже 5-й неделе, как вот переболели ковидом. Ковидом. Как его там по-другому еще называют? Коронавирус. Привет. Пишите. Наверное, не знаю, навред у кого есть такой грузовичок Suzuki Carry, да? Carry. 350 килограмм грузоподъемность.